И всем привет, дорогие друзья, с вами Black Frizen, и сегодня мы с вами посмотрим топ-25 механизмов в Майнкрафте. И я нашел вот такую вот карту, не знаю, какая она, что она, я еще ее не запускал, но, как говорил создатель карты, здесь есть топ-25 механизмов, которые мы должны с вами посмотреть. Вот, ну что, давайте-ка зайдем, нажмем старт, то, что надо, да? Вот это да. Вот это сейчас залагало у меня. Так, механизм номер один. А что он делает? Так, давайте-ка включим. Ага, так, и чё дальше? Что должно произойти? Смотрите-ка, короче, мы тут, наверное, все падает, типа ловушка какая-то, оп-оп-оп, потом это все сортируется, мы такие, опа, открываем, забираем и уходим. Я понял. Надеюсь, ребята, не лагает, потому что у меня сейчас 30 FPS, карта очень-очень лагучая. Так, давайте-ка закроем это все. Теперь вот это что? Что это такое? Опа, это у нас дверь. Отлично, отлично. Хорошо. Я забыл включить звуки в Майнкрафте, так что, да, сори, но почему-то их нет. Все. Теперь звуки в Майнкрафте есть. Так, у нас здесь какие-то воронки. Номер 3. Что делает? Что оно делает? Я даже не знаю. А если мы их все врубим? Я не знаю, как работает этот механизм. Короче, что-то тут неинтересно. Вот этот механизм мне очень понадобится, потому что, может быть, я буду снимать скайблок, если вы, конечно, захотите. И, кстати, да, если вы досмотрели до этого момента, то давайте-ка попробуем на этом ролике собрать 100 лайков. Сможем ли мы собрать 100 лайков? Это, конечно же, зависит от вас. Вот, так что поставьте лайк, чтобы это проверить. Ну, а мы, конечно же, продолжаем. Так, и да, если вы хотите скайблок, то пишите в комментариях хэштег «хочу скайблок». Вот. А как тут работает у нас механизм? Где-нибудь здесь есть кнопочка его запустить? Короче, да, здесь нет кнопочки его запустить, но ладно. Вот так он устроен. Это что у нас такое? Давайте-ка я, может, в режим креатива зайду. А, хотя не буду. А, так, тут у нас плита есть. О, кстати, мы можем его активировать с помощью плиты, наверное. Нет, мы не сможем активировать с помощью плиты. А, так, номер 5. А, так, у нас здесь семена. У нас здесь мука. Ой, мука, пшеница. И, короче, она тут, это, да. А вот сейчас мы вспашем пшеницу. И чё? А, вот мы посадим сейчас. Семена мы посадили, так. И чё? Чё дальше? Наверное, тут надо это... взять вот эту пластину. Она, конечно же, нам не добудется. Я понял. Опа, растет, смотрите-ка, растет. А, нет, я же только что посадил сам. Тогда придется нам взять креатив и взять себе рычажок. Все, рычажок мы берем. Ставим его вот сюда. И ничего не происходит. Чё? Ничего не происходит. Давайте-ка. А, вот рычаг. Так, включаем. Ага. Тратится. А где тратится? Нигде ничего не тратится. Так. Ага. Круто. Все, выключим. Семена положим вот сюда. Рычажок, если что, будем у себя иметь при себе. Так, а это у нас что? Это у нас какой-то портал в ад. Какой-то странный. Давайте-ка включим. Оп. Нифига себе. Ага. А вот это круто сделано. Это прям очень круто сделано. Ребята, если вы хотите, чтобы я повторил такие механизмы, то давайте-ка поставим лайк. Дальше у нас что идет? Какая-то лесенка. Так. И что, мы вот нажимаем на рычаг. Нажимаем. Оп. Ну это простая лесенка, да? Ну, такое, да. Но я же могу просто вот так сделать, да? А если нет? Сейчас, если вырубить... А, тут просто упало. Ладно, хорошо. А, это типа как можно работать как лифт. А я дотянусь. Да, опа, все, спустились. Отлично, теперь дальше идем. Надеюсь, ребята, вы не обращаете внимания на лаги, потому что жутко-жутко лагает 30 FPS. Это жесть. Может быть, чанки пониже поставить? Но у меня и так 2 чанка. Давайте-ка FPS тогда побольше поставим. Здесь у нас что? Врубаем. И чё это мне дает? Типа, наверное, что-то... Очень важное. Нет? Ладно, я не понимаю, для чего этот механизм, но ладно. Хорошо. А здесь у нас что? Здесь у нас, походу, какая-то музыка, наверное, нет? Или что-то такое интересное, мигающее будет. Так, а где нам рычажок взять? Опа, все, врубаем.
Вау! Вау! Офигенно! Просто офигенно! Ладно, все, мы отключаем. Очень сильно лагает. Очень сильно лагает. Так, все, отключаем все это. Надо взлететь, взлететь. Фух, что подлагало немножко. Фух, все. Ага, дайте-ка мне пройти сюда. Ага, спасибо. Вот теперь мне сейчас кажется, что у меня просто-напросто взорвется здесь все. Мой комп просто-напросто взлетит на воздух, если я врублю этот механизм. Ладно, я врубаю. Раз, два, три. А, это типа потайной сундук? О, а это я себе возьму. А это я себе возьму, конечно же. Так, меч. Ага, хорошо. Ну да, 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 да. Все, все, все. Прячем, прячем, прячем наш сундук. Отлично, все. Отличный механизм. 11-й. Мы почти пришли, почти половину прошли. А, так, где у нас здесь рычажок? Здесь? Где у нас здесь рычажок? А, вот кнопка, ё-моё. О-о-о. Оу-оу-оу-оу-оу. 12. А здесь у нас кирка. Давайте-ка, может быть, мы вскопаем алмаз. Ага, давайте-ка перейдем все-таки в режим креатива. А, ой, креатива, выживание. И попробуем вскопать алмаз. Я вскопал. И что дальше? Должно, походу, что-то произойти. Но ничего, что-то не произошло. Хорошо, хорошо, что ничего не произошло. Я понял смысл этой ловушки. Я понял смысл. Да, все, и вот вам поклон. Хорошо, спасибо, я ухожу. А это что? А тут что? Что, нет ничего? Нифига себе! Нифига себе! Ага, 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 ага. Так, это я не понял, почему вы меня так троллите, а? Я пришел посмотреть на механизмы всякие, а не на ваши ловушки. Так, все. Теперь здесь у нас что? О, а вот это, мне кажется, уже будет намного круче. Так. Опа, нет, не хочу такую. Хочу такую. Нет, не хочу такую, точнее. Вот эту хочу. Так, ага. Все, надеваем, надеваем. Ага. Так, все, отлично, спасибо. Я хочу следующую. Все, золотая. Пусть стоит золотая. Офигенно, просто-напросто офигенно придумано. Это как так работает, а? Офигеть, просто-напросто офигеть. Просто гений, кто создавал эту конструкцию. Я хочу яблочко. И чё? О, нифига себе. Изумруды. Кинул изумруд, и что? О, яблоко. Так, а здесь что? Вот у нас появилось вот это. Ага, здесь у нас появляется вот это. Отлично, отлично. А здесь у нас что? А, здесь у нас механизм. Рабочий магазин. Офигенно, прикольно. Прикольно, как раз мы яблочко скушаем. Дайте ко мне много-много яблочек, потому что кушать-то хочется. А здесь у нас что? Опа, песок у нас поднялся. И что дальше? И что дальше? Какая-то странная конструкция. Если вы знаете, что это за конструкция, конечно же, пишите в комментариях, потому что я не знаю. Здесь у нас что? Нажимаем. О, нифига себе! Шалкербокс, шалкербокс, отлично. А как тебя спрятать назад? О, нифига себе, они меняются. Офигенно. Офигенно, прикольно. Ну что ж, идем дальше. Почти уже до конца дошли, почти до конца. О, опять эмеральды. А, так, как много эмеральдов ты можешь дать? Я могу дать один. Спасибо. Спасибо. А если я дам вот столько? Вот, вот это по-нашему. А если дам вот так? О, отлично, хорошо, спасибо. Ага, о, вот это, да, вот это по-нашему. Вот это по-нашему. Во-во-во-во-во, забирайте все. Во-во-во-во-во, так, 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 да. Ага, все, спасибо. Да сколько вас там, а? Сколько вас там? Сколько? Нифига себе, я просто все заберу. Все, 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 тише, тише, полегче, 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 пожалуйста, хватит работать. Хватит работать. Все, больше не. Тут еще. Ага, я понял. Я теперь не выберусь отсюда. Итак, конструкция номер 18. Что ты нам покажешь? Так, 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 что-то складывается. Я понял, я понял. Так, типа мы включаем, тут поднимаются ступеньки, мы можем опа-опа на огород прийти. Окей, прикольно, тоже прикольно, но мы переходим к 19-й постройке. Точнее, не постройке, а к 19-му механизму. Так, здесь у нас что? Здесь у нас опять какие-то ступеньки. Так, поднимаемся. И все, можем просто-напросто вот сюда идти. Опа. Это ловушка, это ловушка. Ага, ага, я понял.
Я понял, что это ловушка, а как мне выбраться? Мне придется взлетать. Просто взлетать не хочу я здесь в ваши ловушки попадаться, так что до свидания. Возьми воду из этого штуки, этой, как ее забыл, называется. Стоп, что? А, да, я уже думал, как мне воду надо взять. Я думал, уже какие-то головоломки здесь. Вау, а я должен был попасться на ловушку, но я не попался. Я чуть ли сейчас за автопрыжка не попался. Было бы классно, если бы я попался. Да господи, автопрыжок. Все. До свидания. Номер 20-21. Брось вещь. Бросил. Остановись на шалкер бокс. Открой его. А как выбраться? Нифига вы меня замуровали заживо. А ну-ка откройте. Откройте, кому сказал. Номер 22. Ботинки. Хорошо. Хождение по льду. Так, мы надеваем их. И что дальше? Что дальше? Объясните мне. Объясните, что дальше делать. Я взял ботинки, я их надел. Вижу кнопку. Пытаюсь идти по кнопке. К кнопке пытаюсь идти. Чё? Кнопка. Ничего не понимаю. Все, до свидания. Здесь у нас, как обычно, лава, да? Здесь у нас лава, хорошо. До свидания, лава. И я потом к вам зайду позже. Номер 23-2. Так, а тут еще у нас какая-то 24. Топ-24 постройки, блин. А, ну топ-25, потому что это еще одна дополнительная. Так, ПВО, сиди. Чё? Чё? И чё? Нифига себе, ладно, хорошо, все, я понял. Я еще что-то вижу. Тише, динамитики, тише, пожалуйста. А вот эта пушечка мне нравится. Вот эта пушечка прикольная. Так, последняя, самая последняя наша постройка, номер 24. Я, походу, знаю, что это. Вроде бы Владу снимал про лайфхаки, это вроде ракета, вроде бы. Я, если честно, не знаю, что это, вот, ну, что-то вроде похоже. А где мне врубить ее, а? Как мне туда подняться, а? Здравствуйте. Ну что, вы готовы, ребята? Готовы полететь в космос? Все, я готов лететь. Я лететь готов. А так? И чё? Где-то отошел механизм. Окей. Сейчас мы будем даже чинить. Чинить. А если мы просто возьмем вот так, поставим здесь рычаг. Тише. Я тоже хочу полететь. Тихо. Ну вот, ребята, короче, такие лайфхаки, хотел сказать, механизмы у нас получились. Если вам, конечно же, понравилось, то жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был, конечно же, Black Freezen. Если мы наберем здесь 100 лайков, то я продолжу какую-нибудь такую рубрику. Буду осматривать какие-нибудь постройки, механизмы, лайфхаки там или еще что-то. Да, если 100 лайков соберем, то будет скайблок еще какой-нибудь. Вот, ну что, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.